Итак, всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня будем с вами играть в метро 2033 Redux. Я купил набор в Стиме за 156 рублей, пока скидки бешеные. И, короче, мы сегодня, сможем сыграть, как говорится, в метрошку. Я просто прохождение, по-моему, смотрел, а вот сам в метро не играл, а у нас, поскольку скоро выйдет новая метроха, она у нас выйдет сейчас 15 февраля, по-моему, метроха одна, Exodus называется вроде. Ну вот поэтому я решил тоже, почему бы нам и не поиграть в первые две части, попробовать попроходить, да и по графике посмотреть. Так, выберите стиль игры. Выживание, делающий патроны и фильтры редкостью, перестрелки с открытыми прохождениями. Сложно, позволяет игрокам по-настоящему трудиться. Выживание в мире метро 2033 заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Спартанец. Режим Спартанец. Сложность боев и скорость. Приближение к стандартному режиму метро. Лучная одежда, патроны, фильтры, другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активное действие. Может быть, давай лучше выживание. Так, нормально, хардкор. Для средних. Обычные элементы FPS. Так. Давай на нормальный. Почему бы и нет? Гамма-коррекция. А вот такую поставил. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Нормас так. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Я посмотреть могу, нормас. Держись! Опа! Фу. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Точно. Открывай гермоворота, я прикрою. Угаси. Четко. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Ну, давай вручную откроем. Трэл. А, надо зажимать. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Погоди, Артём не готов еще. Дай-ка патронов наставляю. Ну все, давай наверх. Давай. По-моему, я в первую часть играю, просто у меня набор из двух частей. Так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Так, нормас, противогаз у нас на П. Заряжай оружие. Да это зарядил. Братан. А вот и стражи. Пожаловали. Блять, умри. Система. Вау. Где? Откуда?
херня-то какая, а? ФПС вообще мало выдает. Может, что-то мне с графикой поделать? Игра нет, видео, а разрешение, качество высокое. Заглаживание нормас. Тесселяция высокая. Сейчас так вот сделаю, давай попробуем. Давайте наляжем. Так, ну ФПС повыше стал. Тянем вместе. Давай. Готов? Готов. Тянем. Потянем. Тянем. Тут надо нажимать быстро. А, быстро. Двинули. Да двинули-то и двинули. Ух, ебать. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как вы слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимешь она. Летел. Что за фигня? Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Заебись, сейчас мясо, да? Ух ты ж, мать! Спину, спину берегите! Спину берегите! Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке. Ебать! Херай тут! Давай-ка птичку. Чё, грохнули меня всё-таки или чё? Демоны! Ну и пиздец, вот прям в начале игры, охереваю. Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Ну-ка, погодите. Сейчас еще раз. Видео убавим-ка мы. Вот, да. Скорки я убрал. Вот так вот поставим. А то просто с ФПСом вообще проблемы прям конкретные, особенно в этом бою сейчас были. Игра что-то такая требовательная, может быть еще посмотреть, как ФПС тут повышать. Так, Москва, Кремль. Артём, проснулся наконец.
К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. О, вот наконец-то вот у меня ровный FPS, неужели? Пойдем, Артем, пойдем. Так, если я прибавлю немножечко. Настройки. Управление видео. А если я поставлю на среднее? Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Так, ну вообще вот сейчас вот нормально так. Давай послушаем Хантера. Давай. Все просто начали как играть в игру, все смотрю, какие настройки больше подходят. Сережа! Ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Мам! А пойдем, Артем, пойдем. Леша, боже мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать. Посторонним нельзя. Что с Алексеем, не знаю. Петр! Отвали от него. Не видишь? А, извините, не узнал. Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Вот ночь вчера. Держи. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Здорово. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они сложно разбивают на мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Понимаешь, игра старая, но требует хорошо. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Ну, прошел. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Офигеть. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. Здорово. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черное, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черное убивает. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Черт подери. Только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. А Кирилл, там же бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, согласен. Пошли! Артем, бери оружие. Здесь. Давай. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Давай. Готов. Охереть. Так, ну сейчас вот посмотрим, как у меня FPS будет. При стрелках. О, нормас. Так, немножечко. Сзади пойдет. Безнадежно!
Нихуя себе! Вот это, блядь, мясо. Сломал, да? Шаг. Давай, блядь. О, хуёв ты как. Тварь эту шкурку, я в рот. Прям отовсюду, даже с крыши. Блядь. Артём, с тобой всё нормально. Конечно, этот ты не пропадёт. Охуя себе, даже кровь идёт, пизда. Мне нравится. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы потащили. Внешний блокпост уничтожен! Да ну нахер! Он с пацаном, с мужиком не так. Хуяси. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Мощно, мощно. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Крижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушай, это капот! Вот стоц, перевертоться, я мечтаю снова! 35 минут играем. Просто так время посмотрел, чтобы серия долгой не была. Нормально, еще сейчас поиграем. Здорово. Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Нормас. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? Мужики, он... Как же меня достало все это? Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Ну, мама, ты была права. Давай нарисуем что-нибудь. Твоя мамочка тебя не слышит там. Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо.
хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Блин, печально. Видела бы она, как ты вырос. Фига себе, прикольно. На балалайке поиграть можно. Нормально. Так. Черт, приснится же такое. Чтобы открыть этот планшет. Этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена... Вот этот вот планшет они называют. Я самым счастливым человеком на земле. Что? Так, Жига. Спи спокойно, дорогой. Что же ваша жена так не готовит? А он мне... Ну, вообще-то, Жига. Жена. Так, добраться до полиса, так сказать, сталкера по прозвищу Мельник, объяснить ситуацию на ВДНХ, караван, получить снаряжение оружейный, присоединиться к каравану. Так, ну нормально так. Ладно, убери. Всюду грязь какая-то, невозможно просто. И люди грязные. А как тебя убрать? Грумные лицемеры, предатели сплошные. А, во. А, на мягкий знак достать, на твердый убрать. Петя, Петя, это ты? Нет. Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Ах, ключи, что ли, потерял? Ну иди, ищи их теперь, ключи свои. Знаешь же, что я с постели встать не могу. Я лично не знаю, надо ли сюда идти или не надо. Ну посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Это под ноги смотришь. Это еще кто? А убирать кто будет? Вот я в твоей гаре в грязь. Артем, слушай, дай поспать, а то мне скоро на дежурство. Интересно, интересно. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Знаешь, как я за тебя мол? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше не хочу. Это тоже кажется знакомым. За что это? Ну скажи, что с ней все будет хорошо. Костя, ну что ты сидишь? Без хорошего автомата, считай, нету солдата. У меня 35 патронов. Все эти слова. Такой защиты хватит точно. Короче, что уважаю. Ладно, я пока выйду. Подари себе пистолет. Заставь себя уважать. Черт я знает, решили срезать через... Чувствуйте себя как дома. Выбор пушек. Командир лично. Цены всякие. Шут. Ты знаешь? Там на этом туннельчике туман стоит. В двух шагах. Ничего не видно. В нем все сучки какие-то. Старый. Клиент всегда. Ничего лучше. Можно и глушитель пока взять. Уничтожает все живое лучше спирта. И не оставляет подмешивания. Просто... Давай, давай, скотина пьяная. Это надо. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Вооружение. Очень надо. Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются. Ой, лишь люди. Солдаты на производителе. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды, поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря, батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Нормас так на халяву выдает. Так, теперь все хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Хоккей. Ясно.
Ну, нормас, так скажу. Нормально, нормально. Спасибо. А то рычатка. Так, а теперь мне куда? Извини, с караваном. Нормас, так нормально. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакого. О, привет! Ну чё, как? Нормас. О, ВДНХ. Ладно, сынок, ты готов? Слав. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артем, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Окей. А, заметки, это, наверное, наподобие книги метро, типа. Так, ладно, заметки, это мне тут не основное. Ну, игра, конечно, суровая, да, я признаюсь, какой-то график. Графика хороша. Для игры, тех, кто вовет. Мужчина, ну гляньте, какая вырезка. То, что у меня аж так трудновато идет. А ты че? Лучший курс только здесь. Как это могло со мной случиться? Свинячьи копыта. Пальчики оближешь. Акция. Купите ТТ. Глушитель в подарок. Шутка, ТТ нету. Жуть ведь, если использовать их по назначению. Караван. Тоже патрон, это одна черта отнятой жизни. Получается, что 100 грамм чая стоит 5 жизней, так? Колбаса? Недорого, 15 жизней. Куртка кожаная. Сила не со скидкой. Вместо 300, 250 человеческих жизней. Стоп, а вот это вот моя карта. Оно мне случайно не показывает, куда идти? Надо посмотреть. Ну да. Оборот нашего. Где я его могу Офигеть, свиньи выращивают, ладно. Привет, Тём. Поросёнка не хочешь приручить? Ну или там усыновить. Недорого. Ещё один. Слышь, а, вот, да, в натуре показывают, куда идти. Давай, блин, быстрее. Гордится тем, что создал самый популярный в мире автомобиль. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Точно. Двинули. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похуже, чем быть тем доктором... По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята,
Вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Окей. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Ага. Сожрут тебя вообще. Круто. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Просто на время. Откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Короче, сейчас будет мясо, тонкий нам намек. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, у жены. Все будет хорошо. Он другое дело, давай. Офигеть, тут крыса здоровая. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они... Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой... Thank you.
все подохли, что ли? Что происходит, а? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнись, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй! Стреляю. Хуя себе. Вали отсюда. Блять, минус один нахуй. Блять. Хуя себе, блять. Где? О, спасибо, родной. А чё он даже тут дорог на пьющу стреляет? Блять. Помоги мне! Ты где? Летите, вашу мать, охренеть. Хуя их тут. А ты чё, буйный, что ли? Стараюсь. Маму, блядь, пизда полная. Я ебал. Ладно, дробаш, кстати, нормальный идет. Хуя себе. Почти у блокпоста. Он чуть левее. Что тут такое происходит? Ну, встал, блядь. Я думал, тебя сожрали, блядь. Сука. Я так и задумано. Ладно, выживаем. Фонарик, пожалуйста. Патронов, сука, нихера. Только не огнелёк, прошу! Дайте ему шанс! Жги, выжигай! Сейчас мы ему строим! Пиздец. Все патроны нахуй, к хуям. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. Минус один человек, заебись. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, дорогие друзья. Я пока прекращаю наше прохождение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутенпал. Всем удачи и всем пока. Игруха, конечно, очень затягивает. То, что прям не замечаешь, как проходят целые уже события. Как быстро они пролетают. Ладно, дорогие друзья, всем удачи и всем пока.